Здравствуйте, Валерий. Здравствуйте. Очень рада видеть. Присаживайтесь. Спасибо. Тем более, что сегодня день города, народ отдыхает. Да. Я рада, что вы нашли время поговорить на серьезные темы. Мы зато с вами сегодня тоже отдохнем, разговаривая на, думаю, важные для всех нас темы. То, что темы важные, не сомневаюсь. Вот вспомнила, что мы встречались с вами в эфире летом. Тоже был формат программы «Прилюдно». Тогда компания только зарождалась, то есть мы уже примерно так с вами обсудили, да, как мы ее видим. Не сильно изменились события вот, с тех пор. Да, хочу вас спросить, не сильно изменились, то есть вас эта компания несколько разочаровывает? Единственное, что меня по-настоящему удивило, это вчерашнее не до конца оформленное решение Настаса слиться в пользу Майя Санду. Я специально подобрал этот глагол, потому что помимо этой компании, я думаю, что он, наверное, и не понимает, но на этом можно поставить крест на его политической карьере в принципе. Я по его поведению могу судить, что он еще не до конца осознал. Я думаю, что он себе еще представляет, что независимо от результатов выборов он еще вернется. Я думаю, что на этом политик Настаса закончился. Вот это то, что я еще до вчерашнего дня категорически не мог поверить, что так легко начинающие политики заканчивают свою карьеру. Вот это. А знаете, я удивлена, что вас это удивило, потому что помнится мне, что вы говорили о том, что за политиками стоят некие, да, международные силы. И если правда то, что считается, что именно Госдеп, да, вмешивается в эту ситуацию, что это бесспорно было их решение, тогда почему вы удивляетесь? Я удивляюсь, что на протяжении года, кто бы как бы ни относился к Настасу и этой новой партии, все равно надо признать, что они что-то организовывали, какие-то протесты, какая-то деятельность. Они так в любом случае участвовали довольно активно. И на протяжении года с чем-то они выстраивали себе определенный политический имидж. Насколько успешно, это уже не столь важно. Ну, давайте так, для меня, как для стороннего наблюдателя, они боролись. То есть пахали в поле. Совершенно верно. Так. И то, что по щелчку пальца, по приказу, рекомендации, совершенно не важно, как это произошло. Но для меня никакого секрета не представляет, что, естественно, это по настоянию западных партнеров, а конкретно США. То, что Настаса сделал этот шаг, ну, на самом деле он не готов быть политиком, если так легко, не начавшись сама политическая карьера, ты принимаешь решение такого, на мой взгляд, безответственного уровня. А что теперь делать его людям? Я имею в виду те, кто в нем в свое время в него поверил, вкладывал, надеялся, вот его команда. А что делать тем, кого в течение года они убеждали, что это Дрептати и Адивер, это партия, что вот. Они думают, что сейчас эти выборы пройдут, и вот там будут парламентские выборы. Как вам можно верить, если вы по щелчку меняетесь, и значит, Майя Санду намного сильнее лидер, чем ты? А может быть, правы те, кто видит в этом решение самих братьев ЦОПа, которые находятся якобы под следствием, да, и что им сделали предложение, от которого они не смогли тогда отказаться, тем более, Людмила, и тогда они повлияли тем более на господина Настаса. Но тогда тем более, согласитесь, он должен закончить свою политическую карьеру. Значит, мы имеем дело не с политиком и не с самостоятельным, а с человеком, который управляем. В данном случае я больше, так сказать, склонен верить, что за конкретно этим решением стоит давление со стороны США. А если еще и такие, ну, вообще никаких сомнений быть не может. И не место таким людям в политике тогда, не только про Настаса, а про любого человека, который поступает таким образом. Ну вот я более так отношусь к его отказу. С пониманием, отказу. Да? Да. С пониманием. Мне как-то жаль. Вот. Сейчас злопыхатель наверняка скажет, что это во мне женское говорит. Но все-таки, не знаю, я когда видела, сколько этот человек работал, да, мне как-то, не знаю, жаль, что так произошло. Такого должны были ему сказать и ради чего он так поступил? Я понимаю тактический ход. Я убежден, хотя он об этом не говорит, я убежден, что он думает, что сейчас Майя Санду провалится. Так оно и будет. А после выборов, соответственно, начнется подготовка к парламентским, и он с открытым моральным мотивом скажет, я сделал этот шаг, вот вы проиграли, теперь я. Нет, так не будет. Так не будет. Он совершенно плохо разбирается в политике, это очевидно. Уже ничего не будет. Ну, в пользу вашей версии говорит
Спасибо. Говорит политический опыт, политическая история Республики Молдова, да, вот почему-то. Помните, когда Юрий Рожко обосновал свой поступок, он тоже сказал, что я думал о стране, так ведь не поняли же. Ну, тот поступок как раз что был поступком государственного характера. Вот конкретно в том случае я абсолютно понимаю, о чем шла речь. И вот там как раз что Юрий Иванович поступил-то вполне не только политически целесообразно, но еще и с определенным мужеством. А вот здесь мужеством не пахнет. Хорошо. Давайте теперь посмотрим, как этот поступок может отразиться на ходе выборов, на самих результатах. Ну, во-первых, по моему мнению, нельзя говорить о неком чисто арифметическом сложении, да, результатов данных опроса, которые были у Майи Санду, и, значит, те опросы, которые были у Андрея Настаса. Мы же не можем 1+1 сложить здесь, так? Безусловно, нельзя говорить, что если Андрей Настаса решил, что Майя Санду лучше, чем он, хотя я думаю, что он так не решил, но во всяком случае заявил, то это автоматически же не означает, что люди, готовые были, которые были голосовать за него, будут голосовать за Санду. Во-вторых, в принципе, это смешно, что на основе каких-то опросов, профинансированных, они сами же об этом объявляют, из-за рубежа, вдруг якобы Настас понял, что Майя Санду более сильный политик аж на 1%, чем он. Вот это издевательство над молдавской политикой в принципе, потому что я-то понимаю прекрасно, что нашим американским партнерам сейчас ни в коем случае нельзя допустить появление во главе нашей страны конкретно Додона. Никаких других фигур. Мы с вами в шашки не играем, поэтому называем вещи своими именами. Угу. В силу этого противостояния, которое между ними происходит, сейчас в конце октября, или если будет второй тур, там, получается, ну, когда будет, он там... Валерия, да, скажите это. Второй тур. Мы исходим из того, что будет, хотя в жизни разное бывает. Вот вы единственный, кто это у меня сказал. Про жизнь, да, про эти выборы. Так вот, предположим, в середине ноября, получается, может прийти к власти в Молдавии, судя по опросам и происходящим, человек, который в любом случае не позиционировал себя в последние годы как полностью подконтрольный и прозападный политик, про Додона, да, я сейчас говорю. Я сильно сомневаюсь, что американцам это сейчас нужно в противостоянии с Россией. Это даже не стоит эту тему сильно разматывать, какая-то оплеуха после всего, что они здесь в кавычках инвестировали, сколько они страдали, мучились, сколько все возможные правила свои они нарушили. Кстати, буквально сейчас на днях американский посол опять отметился в очередной раз, рассказывая нашим студентам о том, что нам надо задуматься, а вдруг будет хуже. И нужны ли нам досрочные выборы, или нужна ли нам другая власть, или другое правительство. Ну, видите, они уже настолько привыкли обращаться с Молдавией конкретно как с колонией, что не хочется расставаться с этим, аж зубы сводит. Ну, как же так? Поэтому это вопрос принципа, чтобы они Додона не допустили. Лупу Додону проиграет, и это очевидно. При всем, как мы с вами обсуждали в прошлый раз, при всем административном, политическом, финансовом ресурсе, мы видим, что вполне справедливо дела у Марьяны Ильича обстоят более чем блекло. Да? Ну, никакой, и мы это понимаем не только по опросам и по состоянию дел, но ничего уже не поможет, и это тоже понятно. Я хочу уточнить, вы несколько забежали просто вперед, то есть вы во втором туре видите Додон Лупу? Ну, сейчас я не забегал, я по очереди пытался. То есть, как шло до сих пор, если бы самостоятельно Санду, Настаса, я бы мог, в принципе, предположить, что за счет слабости Лупу, которую почему я с него и начал, еще определенное время назад я думал, что этот ресурс настолько поможет толкать его в спину, что он может выйти во второй тур. Если бы сейчас Настас участвовал самостоятельно в выборах, я бы уже насчет Лупу был бы не так уверен. Там же Настас имел бы серьезные шансы выйти он с Додона. А теперь на этом фоне, значит, американцы, боясь, что может выйти Настас и Додон, значит, они объединили это в одну силу, чтобы сделать одну
мощную, как они считают, ставку, правые против, как всегда, рука Москвы, агенты Путина, ну, да. танки, военно-космические войска и все такое. И вот в чем состоит такая примитивная тактика, на мой взгляд. Теперь отвечаю на незаданный вопрос. Так кто же все-таки выйдет во второй тур? Лупу или единый кандидат? Ну, вопрос задан был, поэтому отвечайте. Хотя бы не ответили на вопрос об электорате. Я ответила, они не будут голосовать. Они не будут голосовать. Они не будут голосовать. Тогда электорат этой платформы распределится между кем и кем? Он разбежится настолько, что мы сильно не почувствуем. Но определенная часть, может быть, процентов 20 из тех, кто собирался голосовать за Анастаса, может каким-то образом оказаться у Санду. Но вообще ставка сейчас, вообще, что касается правого фланга, вот что хотят американцы. Они все, что касается правого фланга, они хотят объединить под этим флагом Май Санду. Вот вы увидите, в ближайшее время появится опять то, о чем мы уже забыли, проекты, типа «Феун Бенецери», «Давайте в последний раз», «Не дадим пройти», «Но пасаран». То есть все, что касается правого фланга, значит, будет сконцентрировано на этой Майе Санду. Чтобы таким образом создать извечную комфортную ситуацию. Синдром Киртуака. Да, соглашусь. Безумно голосуем, но главное против Москвы. Не за, а против. Да, совершенно верно. Вот эту ситуацию они сейчас рисуют. Маленький сюрприз может быть, что в силу своей слабости на самом деле Лупа может не помочь даже этот мощнейший политический административный ресурс. Я еще определенное время был уверен, что все-таки это сыграет свою роль. Как я наблюдаю с этой кампанией, может оказаться, что даже это ему не поможет. Поэтому теоретически Майя Санду может выйти во второй тур вместе с Додумом. Я не исключаю этот момент. То есть на сегодняшний день у вас пока нет четкого видения, кто во втором туре, значит, и с кем будет бороться? Из двух аргументов. Во-первых, тот, о котором я сказал, полнейшая слабость и никчемность Лупу. И второе, американцы, устроив вот этот тактический ход, но они тоже не зря его устроили. То есть не думаю, что они просто так сидят и надеются, выйдет ли Майя Санду во второй тур. Им необходим во втором туре свой кандидат, назовем так. Поэтому я уже не исключаю, что она может попасть. Но далеко не за счет общего голосования. А за счет чего? Я чуть раньше объяснил. Вот масштабнейшие технологии, вот проекты, все, что должно появиться за две недели, чтобы все сплотить вокруг нее. Прочла, что вот это вот... То, что произошло в Майе Санду, на Стасе, это может быть началом карьеры, окончания карьеры Плохотнюка. Потому что он сам не понимает, что вот, вырастив Майю Санду, и если она достигнет каких-то действительно ошеломляющих результатов, Плохотнюк просто-напросто ему может быть не нужен, и это для него может закончиться плохо. Вы согласны? Ну, с карьерой Настаса мы разобрались, теперь с карьерой Плохотнюка. Во мне, во-первых, говорить определенная ярость по поводу очередного вмешательства в наши внутренние процессы. И совершенно очевидно, что Майя Санду не является ни лидером, ни политиком. И вообще она никем не является в нашей стране, ни моральным авторитетом. И вот ее искусственно надувают генно-модифицированными политическими продуктами. И вот это, конечно, меня бесит, потому что мы уже накушали за эти 7 лет искусственного, того, что нереалистично. Посмотреть на сегодняшний парламент, кого они представляют, вот эти депутаты, какую часть нашего населения они представляют, кого представляют либералы. Ну, некоторые говорят прямо, он на сегодняшний день нелегитимен. Да, если так еще более популярно, этот парламент никого не представляет практически, может быть, за редким исключением, но очень маленьким процентом. Именно так и с Майей Санду. Кого она конкретно представляет? Она нигде не бывает, она нигде не ходит, ее никто не знает, да и за что ее знать? Сложно вспомнить, кроме этих ее злополучных камер, чем она еще запомнилась. И ясно, что из нее искусственно делают нового лидера-руководителя, и ставка там намного больше. Хочу напомнить нашим телезрителям, что на Румынии подобные процедуры уже были обкатаны несколько лет назад, когда тоже люди из ниоткуда занимали определенную должность, а потом их использовали в качестве лома.
Да, то есть просовывали этот лом в разные системы, и там кого садили, кого уничтожали, кого убирали, чтобы страна была полностью под контролем. То, что сегодня и является полной реальностью. Кому как нравится. Ну, вряд ли ваши телезрители, ваши программы, но в принципе, если кто-то нас смотрит с другого фланга, тут же начнут орать, так лучше так, чем эдак, чем Москва, то нет, я, естественно, исхожу из того, что лучше как нам выгодно, а не как Москве или Вашингтону. Соглашусь. Вы заговорили о Москве. Так почему тогда Москва себя так ведет? Вы ведь далеки от мысли, что вот эти обвинения, которые бросил господин Канду, да, во вмешательстве в нашу предвыборную кампанию, и во внутренние дела в том числе, что это все правда? Чтобы не получилось, что я ушел от вашего ответа. От вашего вопроса, я извиняюсь. Да. Я просто хотел развить эту мысль, чтобы была понятна моя логика. И вот такой искусственный проект, он может стать концом не только карьеры конкретно Плохотнюка, да, или еще кого-либо. Это может стать концом, в принципе, нашего государства. Потому что таких людей возвращают не для того, чтобы разобраться с... У Соединенных Штатов сегодня есть достаточно возможностей, чтобы разбираться с тем или иным человеком в той или иной стране. Для этого не нужно приводить в качестве президента другого человека. Я не зря привел пример Румынии. Мы сегодня, с моей точки зрения, практически не функциональное государство, и это факт. То есть наши государственные институты не работают в наших интересах, в государственных. Это факт. Но мы еще как-то сохраняем свои шансы через выборы, через определенных политиков все-таки вернуться к нормальному. Вот появление таких, как Санду и же с ней, вот это почему я так жестко сказал, это начало полной колонизации Молдавии, официально оформленной, когда уже просто поднимаешь трубку телефона одного человека, который дальше имеет, соответственно, таких же, как он, и решаются любые вопросы. Это уже конец на десятилетие, если хотите, нашему суверенитету и нашей возможности как-то нормально развиваться. Вот почему она, и не она лично, речь не вместо Санду могла быть там Канду или любая другая фигура. Речь о том, что творится и что происходит, и насколько это неестественно. Потому что мы все знаем, насколько это неправильно, но наблюдаем, как человек растет, за счет чего каждую неделю появляются какие-то опросы, там плюс 10%. То есть ты сидишь дома, пишешь какие-то факсы, которые другие, которые являются на протесте, читают, и ты растешь за этот счет по 5-7%. Такой политики не бывает, и это совершенно неестественно. Поэтому на ваш вопрос, может ли являться это проблемами, да не только, я поэтому сказал, не только Плохотнюка или Канду, Филиппа или ПД, либо такая схема является проблемой для нас. Ну тогда все хуже, чем я даже думала, потому что вопрос хотела еще вам задать в плане того, что не являются ли эти выборы неким Сталинградом для власти и оппозиции. Знаете, как, где вот имеет значение, кто придет к власти, представитель власти либо оппозиции. Я боюсь, что ни власть, ни оппозиция до конца еще даже не осознают той ситуации, в которую они все нас загнали. Потому что мы-то с вами, как жители, мало участвуем в этом. Ну, кто-то в силу ошибок. Я вообще на месте тех, кто справа, вот кто голосовал за сегодняшние партии уже несколько лет подряд. Угу. Вот если осталась хоть капля совести, я бы на их месте вообще рот бы не открывал. Потому что именно они привели к власти все, что у нас сегодня творится. Они нас убеждали в Фелумбине Цери, давайте последний раз, и Киртуаки, и так далее. Это они, все, кто справа. Поэтому сегодня слушать их опять, когда они нам дают какие-то рекомендации, рассказывают какие-то сказки, это вообще уже из ряда вон выходящий. Ну, я, конечно, шучу, и имеют они, естественно, право на мнение. Валерий, вы чуть-чуть демонизируете, конечно, Майю Санду, и, по-моему, излишне эту ситуацию драматизируете, потому что я среди тех нахожусь людей, которые считают, что президент – это хорошо, но до тех пор, пока у тебя нет солидной поддержки в парламенте, ты на особый какой-то успех рассчитывать не можешь. Насколько я понимаю, эти выборы нужно рассматривать прежде всего как первый шаг. Но вы же не верите в то, что придет президент и распустит парламент? Нет, конечно. Нет. Ну, то есть это главная фишка Дмитрия Чубашенко, но я рассчитывала на такой ответ ваш. Мы говорим о поэтапном. Я не демонизирую Майю Санду, что она придет и тут же поставит флаг США над президентурой. Нет, конечно, так не будет. Просто мы с вами уже так привыкли поэтапно,
и что то, что сегодня происходит, мы, если бы с вами 7 лет назад бы встретились и говорили, а возможно ли это или это? Конечно же, я первый бы сказал, да никогда в жизни. Более того, у меня были разговоры с моими более опытными друзьями, которые меня предупреждали об определенных рисках. Я смеялся, говорил, ну это же никогда не будет. Так это все же реальность. Поэтому я не демонизирую ее, еще раз повторяю, речь не конкретно о ее фигуре или фамилии. Речь о той системе, которая к нам сейчас применяется. И она уже опробована в других местах. Я это просто пытаюсь сказать, что происходит система, при которой... И почему я только что обвинил и власть, и оппозицию, которая не до конца осознает. Они в любом случае живые люди. И у них тоже есть свои политические, экономические, личные интересы. И они вот настолько играются с нашими западными партнерами, что ну вот в последний раз я там что-то сделаю, я сейчас не Анастаса говорю, а всех, либо я еще раз вот проверну, они не понимают, что это может быть последний раз, потому что речь идет о серьезнейших интересах США. Сейчас оформляется помимо Сирии, сейчас после выборов в США, конечно, мы еще посмотрим, чем там закончится. Кто там выборы, говорят, что это важно, кстати. Но я первый, кто так говорю в этом смысле, для нас. Потому что выигрыш Трампа будет означать совершенно другое, нежели для нас, нежели выигрыш Клинтона. Это совершенно две разные позиции по Молдавии и по нашей перспективе. И поэтому очень важно понять и власти, и политики, чтобы, и оппозиции, что вот в этих играх кто кого, еще тут распилим, еще тут раздавим. Можно потерять не только себя. Я настаиваю, чтобы вы все-таки налили себе чай. Спасибо. Подспудно все-таки хотела бы услышать ответ на мой вопрос в отношении того, почему тогда так себя ведет Россия. Они тоже не понимают, что происходит в Молдове? А так это как? Ну так, видите, по сравнению с Штатами и европейцами достаточно пассивно. Вот вы какое заявление последнее читали по Молдове в отношении предвыборного какого-то, не знаю, в предвыборном контексте? Ну вообще формально мы, конечно, можем похвалить Россию, сказать, что в отличие от других она не вмешивается в мне внутренние дела. Мне нравится слово «формально». Да, и... В принципе, она себя ведет, так сказать, последовательно, и мы давно ничего серьезного со стороны России по политической ситуации в Молдавии не слышали. Формально это выглядит так. На самом деле, я думаю, что сейчас, на данном этапе, у России хватает, во-первых, вопросов в других местах. Мы не являлись и не являемся приоритетом внешней политики России. Это нужно четко осознавать. Для России очень важно... помимо в нашем регионе, помимо ситуации в Украине, чтобы, не дай бог, что-то не случилось в Приднестровье. Вот это ну, один из главных приоритетов. Их волнует Румыния с ракетами, их волнует Приднестровье. Румыния, волнует... С ракетами, Румыния с ракетами – это другая песня, которая к Молдавии имеет очень мало отношения. Ну, а если же, серьезно, мы же буфер между всеми. Нет, этими, это не имеет никакого отношения. Хорошо. С военной точки зрения вопросы с Румынией и их ракетами решаются в другом ключе. Никак не связано с Молдавией. То есть через Молдавию их это не беспокоит? Никак. Поняла. Так, нейтрализация подобных угроз там под другим углом и с Молдавией никак не связано. Один из основных интересов России, здесь еще раз подчеркиваю, это чтобы никак не бабахнуло Приднестровье. Неважно по какой причине, с чьей подачей, почему, это другие вопросы. Самое важное, чтобы это не случилось. А раз молдаване, с одной стороны, говорят, что мы не хотим своего государства, так говорят министры, правительство. И нет никакой реакции со стороны высшего руководства. Более того, министр недавно назвал их русских ленивыми пьяницами. Я и никакой реакции. Никакой, и не только со стороны руководства, но и со стороны общества. А как все реагируют? Ну, в Фейсбуке что-то хихи, ха-ха там. Так а что должна делать Россия вот в таких условиях? Как она должна реагировать? По-разному можно писать, писать какие-то заявления, там, пресс-релизы, да кто их читает. Поэтому я не нахожу чего-то противоестественного. Если в другое время, может быть, была бы и другая реакция. Это мое личное мнение, но я считаю, что Россия определилась, что на данный момент Молдавия – это не суверенная страна, это полностью подконтрольная страна. И такое же заявление было недавно сделано по отношению к Румынии, что незачем разговаривать с Румынией, потому что есть хозяин, с которым нужно разговаривать на те или иные вопросы. Думаю, что нам тоже так сказали, что нужны переговоры с участием представителей Еврокомиссии. Потому что на самом деле ни от кого здесь ничего не зависит. Я не это понимаю. Зачем же терять время? Ну, не знаю, я не совсем здесь с вами согласна, хотя ваша точка зрения, безусловно, заслуживает уважения. Если вернуться к
политическим конкурентам. Когда я спрашивала вас, кто же все-таки, куда же пойдет электорат Настаса, господин Усатый надеется, что проголосуют за Дмитрия Чупашенко. Мне очень интересно, как вы оцените шансы самого Дмитрия, и правда ли это, что часть электората Настаса за него проголосует? Я, естественно, наблюдаю за эволюцией политического движения господина Чупашенко. Я не раз подчеркивал свое определенное уважение к нему как к журналисту. Теперь наблюдаю, как он пробует себя в политике, но я откровенно говорю, что я очень скептически отношусь к его шансам выйти во второй тур. А вернее, я не верю, что он выйдет во второй тур. Я думаю, что если господин Чупашенко наберет в районе 8%, это будет очень серьезным результатом для него. Хотя я тоже мало в это верю. И то, что господин Усатый говорит, и не только это, это нормально с точки зрения тактики. Должен как-то поддерживать. Я это все понимаю. Делаются вещи и похлеще, чем только такие заявления. Но искренне я, конечно же, не верю. Я не вижу никакой связи между теми, кто сейчас находится в партии Усатого, и те, кто до сих пор себя позиционировал сторонниками Дертати Адивара. Иначе бы они уже давно хоть как-то не пересекались. Я думаю, что это люди разных сравнительно политических взглядов. Я не вижу, что они перебегут туда. Хорошо. Второй тур вы видите либо Дадон Лупу, либо Дадон Санту. Задам вопрос сакраментальный. А готовы ли к проигрышу власть? Мне кажется, может быть, посмотреть на это с этой точки зрения. Готова ли вот она, что их кандидат проиграет? Не все коту масленица. Я думаю, это слабый аргумент для представителей власти. Нет, это не аргумент, а мы начнем от печки танцевать. Так, танцуем. Что в этой ситуации от них уже ничего не зависит. А что они могут сделать, если все свои ресурсы по поддержке Лупу, вот они проваливаются? Позиция США, они на нее влиять никак не могут, да, которые симпатизируют и, с моей точки зрения, делают все, чтобы продвинуть Санду. То есть менять они не могут. На Дадона, какой-то еще компромат, еще какие-то вещи, но они будут делать, они будут появляться и так, и так. Поэтому я и сказал, не все коту масленица, а что они еще могут сделать? Объявить выборы в итоге несостоявшимися – это проблема. Я не верю в это не случится. Поэтому мало что они могут в этой ситуации сделать. Главные беды власти – это еще впереди. Сейчас мы говорим, это плохо, но это только начало. Что вы имеете в виду под главными бедами? Экономическая ситуация в нашей стране. Сколько бы они ни показывали и не рассказывали, как все здорово и хорошо, но реалии совершенно другие, и все это прекрасно чувствуют. Я уже не говорю про эту зиму. Как она пройдет, под какими цифрами, и еще посмотрим, как власть справится. То есть с тем, что... А власть так чудненько придумала себе брать ответственность на себя правительство. Я просто Они могут менять законы, пять раз в день. Но это никак не сказывается на реальной жизни людей. Естественно. А новоизбранный президент, к счастью, для нового президента, практически никак не связан ни с социальной, ни с экономической составной. Поэтому новый президент, наверняка, кто бы он ни был, будет вызывать на ковер и стучать кулаком или кулачком по столу перед камерой и говорить, где интересы народа, почему это и то не сделано. Ясно, что это тоже особо не повлияет. Но поэтому я говорю, для власти начинаются далеко не самые лучшие времена. Власть готова к этим вещам, власть для начала это все не покажет. Если честно, я не уверен. Я искренне не уверен, что они готовы. Я думаю, они не готовы еще к осознанию величины тех проблем, которые только начинаются. Потому что США с этими заходами, с Майей Санду, если она даже проиграет, это не означает, что все закончилось. Все уже, так сказать, ничего не работает, и все с этим успокоились. Нет. С фондом мы до конца таки не поняли, что дают нам деньги или нет, под какие условия. Сказали же, что есть 16 условий, одно мы знаем точно. Это надо было принять вот эти законы, которые, кстати, как-то так некрасиво они сделали с этим заседанием по отставке правительства. Прямо что называется, караул. Да. Я лично уже не удивлена. Но дальше больше. Я думаю, что по социальной проблематике там еще нас ждут сюрпризы. Мы даже говорили, какие законы. Это коснется пенсионного возраста. Возможно, не знаю. Никто же не видел, это же секрет.
понимаете, в чем вся ситуация. А потом у нас зима, а потом цены на газ, а потом посмотрим, что с США и Россией, что с Украиной, что с нашей экономикой, что с кредитами в банках на следующий год, что с пенсиями. Все это очень, знаете ли, непривлекательная часть власти, которая должна начинать готовиться к новым парламентским выборам. Вы не верите в то, что у нас будут досрочные парламенты? Почему не верю? Я постоянно об этом говорю. Нет. Это может наступить в любой момент. То есть вы считаете, что есть много шансов, конечно, что этот парламент конечно. Не доскрипит? Это в любой момент. Это в зависимости от многих обстоятельств, которые я уже сегодня подчеркивал. Это в любой момент власть. И причем я всегда говорил, что это власть будет та, которая их спровоцирует. Никакой не президент и никакая не оппозиция. А именно власть почувствует себя настолько прижатой, что ей придется это сделать. Другое дело, по каким законам. Это главный элемент, что я не верю, что следующие выборы пройдут по тем же правилам, как сейчас. Это другой разговор. Это другой разговор. Не знаю, я вот здесь с вами не согласна, пожалуй, в первый раз так серьезно. Потому что я считаю, что сделают все для того, чтобы этот парламент доскрипел. Ну как это большинство собиралось, Валерий, вы же понимаете, как эта платформа социал-демократическая, значит, создавалась, как эти голоса. И вот теперь они есть, и чувствуют они себя уверенно. Ну иди знаю. Давайте я вам объясню. Скажите, пожалуйста, если выборы будут в следующем году, а с кем будет создавать альянс демократическая партия? Либералы вообще в парламент не пройдут. Либерал-демократов там больше не будет. Да. Коммунисты, посмотрим. Тоже не факт. Это аргумент в пользу того, что власти не нужно дергаться и это сохранять? Наоборот, наоборот. То есть с кем в будущем? Это ясно, что демократическая партия не может рассчитывать на серьезный результат, не говоря об большинстве. Ну, так. А с кем им тогда входить в альянс? С социалистами? Социалисты говорят, что никогда. А Дрептати и Адивер, если они попадут в парламент? А с кем тоже еще? Как-то не верится. А с кем еще? И вы предлагаете власти взять и подождать этот годик, который будет только упадническим. Угу. Вот просто сидеть и ждать, и получать торпеды от Евросоюза и от Соединенных Штатов. Угу. И ждать, пока придет момент выборов спокойненько, где получится ситуация, о которой мы с вами говорим. Или наоборот, изменить, например, кое-какие правила. Например, сделать 50 на 50. Пока, смешанную систему. Конечно, пока у них есть ресурсы и силы в территориях, а другие к этому не готовы. И вот уже когда будет 50 на 50, а власти, соответственно, вот на этих 50%, там уже другой процентаж. Может быть так, я не утверждаю, но почему нет? Вы слышали, наверное, о недавней случайной утечке, когда микрофон был включен, и господин европейский комиссар в силу известных демократических европейских традиций взял и ляпнул, что делайте все, но не допускайте досрочных выборов. Так может быть вы не со мной, а с ним не согласны? И с вами, и с ним. Но это другое, да. Мы говорим сейчас с вами о предвыборной кампании. Вот осталось 2 недели. Это время, ну, не знаю, вот говорят, что если захотят сделать какой-то, вбросить компромат, делается это, как правило, за 2 недели. У вас какое ощущение? Это будет сделано? Ну, конечно, будет. Но не за 2 недели, а, думаю, дней за 5. Ну, смотря какой компромат. Некоторые, знаете, надо растиражировать еще успеть. Только из таких соображений. Ну, я ожидаю компромата только на Додона. На Лупу никто никакого компромата уже... Ну, куда уж больше. А на... Ну, почему? На Усатого ведь все это проецируется. Что-что-что? На Усатого, может, что-нибудь найдут, знаете. Ну, Усатый сейчас не представляет ни для кого никакой угрозы. Зачем тратить на него время? Ну, не знаю, они считают по-другому. Дима Чубашенко разговаривал с ним позавчера, он достаточно оптимистично смотрит. Ну, может быть, давайте поглядим. Может быть, да. Я сильно сомневаюсь. Какой-то компромат, скорее всего, можно ожидать на Додона. Насколько это, правда, может на что-то влиять, я тоже сомневаюсь, потому что те, кто уже решил голосовать за Додона, я думаю, вряд ли их какой-то компромат. Вы считаете, что электорат Додона такой уже сформировавшийся, да, думаю, и устойчивый? Да, я не думаю, что он сильно может рассчитывать на колеблющихся и сомневающихся. Те, кто будут за него голосовать, уже определились, я думаю, со своим выбором. Все-таки вы отдаете, я понимаю так, все-таки пальму первенства, что Додон эти выборы теоретически может выиграть. Ну так. Да. Так получается. Ну да. Хорошо. Было много у меня еще вопросов, но вы на львиную долю просто так самостоятельно ответили. И я вам за это благодарна. Я так и подумала. И я вам за это благодарна. Хорошо, дождемся, конечно, как будет развиваться ситуация с предвыборной кампанией. Я думаю, что будут еще, безусловно, какие-то сюрпризы. Надеюсь, что никого не исключат на этот раз. Нет, не думаю. Я тоже так не думаю, потому что все вот эти вот
как бы жалобы сейчас конкурентов, да, они ну, просто чисто так, знаете, игра перед этим. Я хотела бы, чтобы вы сказали нашим телезрителям, что вы тоже пойдете голосовать. Я, конечно, пойду голосовать. Потому что в прошлый раз вы говорили, что вы к выборам относитесь так, по-моему. Ну, думаю, что нужно идти голосовать, хотя выбор, понимаю, для многих более чем трудный, потому что большинство из участников, конечно, мало тянут на звание лидера, и тем более на лидера, который тебя представляет. А все-таки мы избираем президента. Ну, да. И понимаю, насколько это сложно, но я призываю это сделать, в том числе, потому что вы охарактеризовали довольно жестко эти выборы, как своеобразный Сталинград. Но я больше вижу это как возможность все-таки помешать в очередной раз иностранным силам, значит, играть с Молдавией, как им вздумается. Это хорошо вы сказали. Хорошие слова последние. Подходят для окончания программы. Я благодарна за то, что спасибо. Вы пришли. Всегда рада с вами беседовать. И давайте посмотрим, как будет развиваться ситуация. Потом встретимся и поговорим. Спасибо. Спасибо вам большое. Вы смотрели программу «Прилюдно». Я желаю вам всего самого доброго и доброго вечера.